Участвуют в Кубке Федерации 16 женских и столько же мужских команд. Это кёрлингисты из Челябинской, Самарской, Калининградской областей, Красноярского и Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Задача каждой команды – встать на пьедестал почета Кубка Федерации, разумеется, получить право на участие в высшей лиге 2016 года и отобраться в заветную группу А. Для этого необходимо выиграть золото или серебро. Команды же, занявшие с 3 по 10 место, попадают в группу Б чемпионата России. Судить игру на этот раз доверено участнице двух зимних Олимпийских игр, капитану команды Краснодарского края, которую она привела к бронзе национального первенства, Ольге Жарковой. Здесь очень многие команды, которые уже принимали участие в чемпионатах России, просто по тем или иным причинам покинули высший дивизион, и теперь командам необходимо вновь отбираться. 9 регионов страны представлено, и уже регионы все-таки находят возможность участвовать в таких соревнованиях. И будем надеяться, что чемпионат России тоже будет довольно представительным. Сегодня первый день соревнований, и первыми на лед вышли команды Москвы и Питера, лидеры всех российских турниров. В упорной борьбе победу в первом туре праздновала сборная Московской области. Эта команда является фаворитом турнира. Несмотря на это, нам удалось их обыграть. Ну, ребята молодцы, но мы были лучше. Самая первая игра на турнире, она больше на удачу, потому что кто первый вкатится, кто почувствует лед, тот и выиграет, как правило. А это святая святых ледяного куба – тактический кабинет. Кстати, такого нет ни в одной арене страны. Здесь мастерство тактического боя оттачивает самая молодая команда-участница Кубка Федерации. Шанс посоревноваться на таком высоком уровне предоставился воспитанникам сочинской секции кёрлинга. Шахматами на льду ребята занимаются чуть более года, но в копилке ребят уже несколько кубков Кубани. В прошлом году мы ездили на первенство России до 19 лет. Заняли 10 место. Тренер, в принципе, доволен, потому что для такой молодой команды это, он считает, уже хороший результат. Мы самая молодая команда на этом турнире, и нам всегда приятно играть с большими профессионалами. Когда мы играем с такими профессионалами, старшими, у нас больше опыта. Мы набираемся больше опыта для будущих побед. Тренеры сочинских ребят, они же члены сборной Краснодарского края, поставили перед юными кёрлингистами задачу выйти из группы «Б». Мастерства у молодежи хватает. Результаты станут известны уже 8 февраля. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.